Акуна Матата, всем, кто смотрит данное видео, вместе со мной, с вами... О, прикольно. Пумба и игра Fear 2 Project Origin. А, я, да, помню, помню. Да-да-да-да, тут точно, сейчас эти сразу, война. Удерживайте позиции до прибытия подкреплений. Где ты? Где ты? Алло! Слушай, да иди ты нахрен. Ты где есть? Я же знаю, что ты здесь. Чё, ты меня красным светишь. Да тут туман какой-то, реп. Там он кубарем свалился, по-моему. Противник! Так, меняем позицию. Чё-чё-чё? Тихо! Отходим. Чё поменять на что? Чё ты меня всё заставляешь что-то менять-то? Я прям не знаю, не, я пока так пойду. Раз дают эту фигню, значит она надо. Тихо-тихо. Чё, давай, да. Хоп, всё, отлично. Я тут ничего не могу поудерживать, там не знаю. Да ты-то откуда? Что это? Кто это такой вообще? Я не знаю. Звуки ты издаешь неблагоприятные. Секретное описание продукта Armachem Technology. В случае сброса боевых единиц воздуха подключите коннекторы резервного питания контейнера, кабель EEF. Главному узлу с помощью зажимов, расположенных на передней части соединительных узлов. Смотрите рисунок 21. Защитное поле убережет боевую единицу от удара при падении, отбросит стенки контейнера и подготовит ее к немедленному вступлению в бой. В избежании проблем пилот должен избегать приема пищи за несколько часов до сброса. Чего? Что-то меня научным... Чего падает-то? Я могу что-нибудь с тобой? Нет, не могу. Ой, там туман рассеивается. Только это улица. Здрасте. Стокс! Слава богу! Этот район кишит снайперами. Попробую обойти их. Высунусь мне кранты. Понял. Стокс, я тебе рад. Вижу, ты вполне себе так нормально выглядишь. После этого давай с тобой заведем второй этаж, и тут просто негде пройти. Тут, типа, ага, проход только для инвалидов. Понятно, так, да-да-да, пройти могут только инвалиды. Ну, я не инвалид, поэтому побежал выше. Твою мать. Я как понимаю, мне надо палить снайперов. Сделаю бросок, прикрой меня. У нас еще один, видишь? Стокс, ты где? Чего твою мать? Стокс! Т
Твою мать, я ничего не понял. Она спаслась, нет? Ну, видимо, да. Мне не нравится то, что ко мне тут, короче, пробрались. О, кровать, я отдохну. Все, короче, я спать, все. Вы как хотите, а я спать. Мне хорошо, так, все, прилягли на бочок. Все, надеваем наушники, кстати, да. Надеваем. Готовимся к стра... Самолет, что ли, опять упал? Да сколько тут самолетов-то, я не знаю. Это посадочная полоса, что ли, мы в аэропорту? Ёпара, СТ, блин. Тихо. О. Ой. Дед, твою мать! О, нифига ты тут! Вот это я сейчас перепугался! Бляха, да скотина! Вот это я сейчас обосрался! Тут другого слова не найти! Не, давайте туда сходим, короче. Здесь у нас, во-первых, винтовка и всякая фигня валяется. Во-вторых, винтовка-то это хорошо, винтовку я себе оставлю, это стопудово. Косячно, косячно. О, твою мать, это снайпер. Да твою мать! Фух! Отлично! Подбираем. Чё? Чё там? Вот, всё нормально. Бежим, 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 бежим. Меня эти снайперы достали. Чё? Погодите. Еще кто-то есть? Чё? Чё? Чё этот мог... Чего? А, блядь, да перевернись! Сбивает, в смысле, меня, по ходу дела. Счастье, счастье, сейчас, погодите, в смысле, счастье. Сейчас, погодите, я тут хильнусь. Все, отлично, хильнулся. Вниз идем. Мужик, тебе оно больше. Извини. Тебе оно больше не надо. А мы продолжаем наш рассказ с поля событий. Тут творится какая-то хрень. Самое интересное, вот сейчас никого нет, но когда я спущусь, там будут все. Тихо, тихо, тихо. Снайперы, вы где? Епста. Да еп... Какого? Так, чё, без снайперов? Серьезно? Не верю. Не верю. Ой.
Воу. Нормально так. Тихо, кто где? Кто в меня сейчас стрелял? Чё-то я не понял. Кто откуда? Кто и откуда в меня стреляет? Сверху, что ли? Блях, это вон ты где. Так. Все нормально? Больше никого? Давайте все. Я устал от вас. Чё, не, какой пистолет вы что, издеваетесь, что ли? Серьезно, вы хотите мне тут дать пистолет? Я думаю, мне поможет только если бошку в пулю себе. Я все сказал. Вы поняли, да, что я хотел сказать. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Вот здесь была Стокс. А здесь был. Да, знаете, здесь был Янукович, теперь здесь была Стокс, короче. Блин. А, ты тут. А, ты. Он прилег. Вы видели это. Он просто взял и прилег, а этот просто присел. Ну ты, мужик, поди ты это как-нибудь нормально. Да умери до конца, чё. Блин, там винтовки. Я не могу попасть к винтовкам, твою мать. Ну как так-то? Мне прям жаба гложет, когда я понимаю, что все, я к винтовкам не пойду. Вон что тут есть. Ой, ебану мать. Крысы. Нифига тут у вас. Йорик, здорово. Ну, оставайся там. Что здесь делать, Йорик, я не понял. Шекспир, ты где? Че? А че тут так тихо? О! Черт, где же она? Тебе точно не показалось? Да точно, точно. Она наверняка где-то рядом. Ты больной. Посмотрел бы мои обзоры с Фиром, а потом понял то, что если... Нифига себе, крыса, вы видели? Она сейчас, короче, пнула. Или мне показалось? Она сейчас, короче, мало того, что... Нет, я туда не пойду. Чё здесь? А чё тут у вас? Это не к добру. Крыс, иди нахрен. Так это перекрыс. Ты этот, сплинтер. Учитель. Блин, шатающие лампы, это не к добру. Тем более, когда крыса пинает стул. По-моему, это вообще не к добру. Что-то надо. Тихо. Да ну нахрен. Все, 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 уходим, уходим просто. Валим. Валим. Ёп. Ремонт завершен. Так. Воу, тихо. Ты умер, нет? Ты как-то вы упираете даже непонятно, мужики. Я все, знаете, хочу нажать на Escape, сохраниться, чтобы, но что-то не получается. Каждый раз как-то странно. Ой, да. Кто стреляет? Кто, блядь, стреляет? Чего? Войти в штурмовик. Мать вашу, садись тогда. Воу, воу, воу. Да вот эта игра началась. Вот это игра! У меня ракет нет, обидно.
мать вашу, да! Вот это пипец! Как тут ракетами стрелять? Ну все, пипец сейчас. Ну я... Да мне пофигу, что вы тут делаете. Кто в меня стреляет? Никто? Еще один, что ли, такой же? Нет? Куда тогда? Нет? А куда идти? Может, сюда тогда? Нет. Нет. Да ёп. А я-то думал, я еще не закончил это похождение великое. Штурмовик, ты крут, вообще нереально крут, просто вообще все. Я хочу себе такой домой. Ай, меня тут заперли, понятно. Короче, ничего мне оставили. Но все, короче, спасибо тебе. Вообще, брателла, чурчхела, альбатрос. Все подбираем, что можем тут. Выбираем гранаты, короче. Самое интересное. А, я, наверное, нажать кнопку надо. А, точно! Это еще не все. Это не конец наших похождений. Ура! Ура! Похождение меня и дробовика. Какой дробовика? Зашибись, все, нормально. Все отлично. Описание продукта «Элитный штурмовик». Одна из самых впечатляющих способностей элитного штурмовика – система самовосстановления, позволяющая устранить большие повреждения прямо на поле боя и проводить серьезный ремонт в аварийном режиме. Во втором случае система катапультирует пилота на время проведения работ. Данная боевая единица предназначена для использования клонами или пилотами класса Б и выше. Корпорация «Армахим Технологи» не рекомендует и не одобряет использовать штурмовика необученному военному персоналу. Персоналом, гражданским лицам или детьми. Зашибись, что, дети принято, что ли, детям, что ли, это скажите. Да штурмовики водить? То есть до такой степени тут все прям реализовано. Все в этой. Все. Тихо. Давай же, что быстрее! Сел. Все. Готов. Отлично. Ну все, сел, капец, блин. Ща. Ты сказал, что это сказал? Воу, что такое? Да я с таким не хочу драться. Чуть-чуть. Что происходит? Меня все вполне устраивает. Игра меня вполне все устраивает. Это просто жесть. Я вам сейчас... Я тебе дам в меня стрелять своей фигней, блин, наводить, он на меня собрался. Есть кто еще?
Повтори, что ты там сказал? Сейчас все, вот это начинается игра. Вот это, вот до этого вообще ничего не было. Вот только сейчас все начинается. Здорово. Что, кто, что ты там, что говоришь-то? Повтори-ка мне, пожалуйста. Я не расслышал. Кто ты? Ты какой-то слабенький. Никуда я не пойду. Больные что? Зачем вылезать что? Нет! Это мой сын! Как вы. Зачем вы хотите меня с ним разлучить? Твою мать. Да я бы за ним ходил, да и все. Вообще пофигу. Куда-то мне идти надо. Я в нем бы ходил, в нем безопасно. Серьезно, вы видите это? Это склад. Склад могил. Штурмовик, это была эпичная серия. Такого мне давно не хватало. Нет, я поменять ракетную установку. У меня, во-первых, снайперка. Вообще нормальная такая, скажем так. Нет, ракетную установку. Хотя, в принципе, раз дают, значит, бери. Нет, вот давайте тогда, не знаю, на это поменяем. Сейчас перезарядим. А, это максимум теперь. Ну ладно, вот будем с максимум бегать, потому что что-то мне... Ой, как не нравится, раз тут много штурмовиков этой серии, прям просто не знаю, где... Оу, это еще что-то я подобрал. А, так это не все, это не максимум. А это что? А, нет, не, вот с этим. Это не максимум, кажется. То есть еще можно подобрать. Сейчас мы тогда подберем всего. Сначала. И потом пойдем дальше, да? Конечно, да. Как будто я без всей вот этой фигни куда-то пойду. Так, ничего тут нет. И ничего там, там нам не надо. Так, подберем. Нет, не подберем. Подберем. Во-во-во-во, давай. Больше вот этих против штурмовиков фигонь сейчас набрать. Чтобы нам потом было проще драться. Надо, конечно, лучше этот, скажите. О, я офигею просто. Вот некоторые моменты просто игра поражает. Просто уперся в камень, который не обойти, не объехать. Ну как так? Ну что? Так все хорошо, и какой-то камешек. Ну серьезно, не серьезно это. Все, ладно. Прощай. Ты мне послужила вообще ничем. Ну я тобой пользовался вроде в те моменты, когда у меня все кончалось. Но в принципе-то... Все, у меня ракетную установку максимум. И он так, знаете, эпично встал, типа, мы выиграли. Во! Да! Всем, кто смотрит сейчас, поднять также руки к небу и голову. Мы короли. Все, а теперь двигаемся дальше. Ой, иди. Ну все, пипец. Ой. Ой. Я ей помогу, если она позволит. Не позволит, чувак. Я бы на твоем месте бежал бы нахрен. Потому что мне... Что-то не так. Гриффин, ответь. Некому отвечать. Опа-па-па-па-па-па. Твою мать. Чувак, кто где? Мне плохо, значит, Альма рядом. Давайте на этом серию закончим, пожалуйста. Блин! Твою мать! Я не понял. Я могу бежать, да? Я свободен, ура!
откройте нахрен дверь, куда-нибудь, просто куда-нибудь. А, тут дверь уже открыта, все, нормально. Бежим отсюда, нафиг. Наконец-то, пойдем. Гриффину нужна помощь. Стокс. Вперед. Погоди, Стокс. А че у тебя такая дерьмовая винтовка, серьезно? Я видел ее в том конце. Да блин! Гриф! Шеф! Не подходи! Отойдите нахер! Альма. Я испугался, но даже. О боже! О боже! Гриффин! Да что за хрень? Твою мать! Двигаемся дальше. Бекет, надо идти. Пошли. Он должен быть рядом. Кто? Гриффин! Он на том свете! Наверное, я схожу с ума. Лейтенант, вас подбросить? Фу, Киган. Как я рад тебе. Стокс. Ты где там? Погнали. Где Гриффин? Увози нас отсюда, сержант. Черт. Лейтенант, что это за чертовщина? Понятия не имею. Но мы по уши влипли. Альма убила сержанта Гриффина. Вы не могли ее остановить. Сейчас ваш отряд направляется к начальной школе имени Вейда, чтобы найти змеиного кулака и Женевьева Аристита раньше, чем люди и полковника Венека. Зато мы все собрались в команду. Прямо лейтенант, так. Лейтенант, что у вас тут случилось? Да на тебе лица нет. Она убила Гриффина. Кто? Альма. Уверена? Я больше ни в чем не уверена. Я не силен в борьбе с безумными дохлыми девками. Займемся поиском змеиного кулака. Киган у нас самый. Будет такой. Быстрее, если мы разделимся. Киган, как рано? Ты точно можешь? Лейтенант, я могу все. Ладно, тогда на тебе разведка. Драку не лезь. Бекет, ты со мной. Я уверен, что это хорошая идея. Ну все, Киган, твоя остановка. И еще увидимся. Давай. Запомни, только разведка. Без проблем, лейтенант. Я любовник, а не воин. Твою мать. Альма, иди нахрен. Ёбана мать. Ой, тихо. О, тихо, бить тебя надо, нет? Все, не надо. Бекет, пошли искать этого кулака. А сохранение будет, пожалуйста? Или было уже? Все, отлично. Все круче и круче. Почему он спрятался в начальной школе? Без разницы, пойдем внутрь. Киган, доложи. Пока ничего, лейтенант. Правда, башка опять разболелась. Ну, в общем, на этом мы с вами заканчиваем серию. Нам это еще предстоит пережить в следующей серии, потому что сохранение с которой точки. Ой, надо на меня соблазнить смотреть, не знаю, она может что-то другое хочет. Ну, в общем, мы в школу, как бы, школьницы, все дела. В общем, до новых встреч на канале, с вами был Пумба. А серия вообще просто обалденная была. До новых встреч на канале, с вами был Пумба. Пока. Куда пошла? Иди сюда ко мне. Не уходи от меня.